Чуриков убирает под правую, под левую, но нет. Не позволил себя обыграть. Роман Чищихин, Нуркулов удар и отбивает его 93-й. Блокирует. Это Константин Куковицын, 5-й номер. Заброс на Чурикова. Чуриков по-прежнему будет главной ударной опцией. И выбегает в атаку. 2 в 0. Вот это да! И Муштаков. То был отыгран, то встал, то... В прессинг идут игроки Сибирьэнергосервиса. Хорошо выходят из-под него игроки Атлетика Бочкари. Как сидит Бочкари. Вторая четверка начинает уже появляться на паркете у Сибирьэнергосервиса. Сейчас представим и участников Муштаков. Ну, а встреча с другой командой, с Барнаула, пока забитым мячам не привела. Очередной Е-лиги за Сибирьэнергосервис. А вот и Абдулаев с мячом. И ошибается Роман Абдулаев. Удар! Муштаков спасает. Добивание! Кино Абдулаев. Абдулаев. Ну и вновь не самые удачные действия Романа Абдулаева. Удар! Муштаков! Сейчас Матросов явно будет выводить на удар Ванека. Ванека уже готовит левую ногу для этого. Удар Иванека отбивает чемодан. Муштаков. Сейчас на удар. Сейчас 77-го номера Сибирьэнергосервиса. Комаревцев. На Киселева. Киселев не забивает из выгоднейшей позиции. Здорово играет. Чемоданов гол! Опасный момент тут. Абдулаев. Абдулаев. Хороший пас на Парфеновича. Удары. А в настоящее время находится в Кемерове. И работает на матчах конференции «Восток». Высшей лиги. Абдулаев на Парфен. Ну и сейчас надо, конечно, Атлетику Бочкари налаживать атакующий аспект своей игры, поскольку довольно просто с атаками барнаульцев хозяева справляются! Удар! Левую, теперь под правую, но в результате ошибается в передаче. Биржа Нуркулов привозит мяч в свои ворота. Чуриков. Удар и гол! Лапов, я ожидал паса в направлении Тарновского. Тарновский. Удар и гол! Ошибка вратарская! Бочкари будет эту встречу спасать. Мы помним, что единственный забитый мяч, хотя нет. Великолепно сейчас в обороне сыграл Киселев. Мы помним, что единственный защитник Бобренев немедленно вмешался в этот эпизод. Ого, Киселев, я помню. Салапов. Сейчас проткнул мяч. И
и выручает на выходе. Касьян. Куковицын. Удары здорово действуют, Муштар. Куковицын. Здесь один в один, здорово. Посмотрим, чем закончится этот штрафной. Рубан бьет, Рубан добавляет, но привычно увидеть во главе Атлетика Бочкари. Момент у Чурикова, спасает на выходе Катков. Чуриков. Классный пас с пяткой на Косолапова. Рубан. Удар Муштаков выручает и здесь на добивание. Те, кто строил, не ожидали, что мини-футбол сюда в таком объеме зайдет. Удар от Киселева, поэтому да, я не... Атлетика Бочкари, Семеникин, Абдулаева. Абдулаев! Хорошая передача в центр. Рубан. Дальнюю штангу, гол! Трансляции. Чуриков решит это, безусловно. В этом нет никаких сомнений, что Чуриков забьет еще. Вот сейчас удар наносил. Чуриков. Передача, ну и здесь замысел гостей Никита Иванека. Опытнейший Никита Иванека, уже можно говорить, что опытнейший. И... Рубан дает на Чищихина и сейчас прямо в руки Каткова. Ну и сейчас момент. Прыть в концовку встреч, о которой уже писали зрители в нашей трансляции. И момент, и сейчас Муштаков все-таки мяч. Нуркулов. Абдулаев. Чуриков на Абдулаева, момент, и... Ну и теперь уже Атлетик Бочкари в атаке. Но... Не свалить бы сейчас. Команда Нуркулова уже на полах. Муштаков отбивает мяч. А... Ну и сейчас там... Выяснение отношений было между Чуриковым и Рубаном. Чтобы отойти от привычной схемы в три четверки и как-то определить основную обойму на концовку сегодняшнего матча. Прям так определить лучше. Ну и выбивай. И... Чуриков и Косолапов будут пытаться спасти этот матч для Сибирьэнергосервиса. Удар от Иванека! Спас! Иванека. По пустым воротам бьет и в штангу попадает. Иванека.
матросов Косолапова и наблюдает за попытками своих партнеров, матросов. На Косолапова нужно бить, но нет. Удар от Киселева. Оценил я, признаюсь честно, атлетик Бочкари, сказав, что не понимаю, за счет чего они смогут этот матч спасти. Ну и 29 секунд остается у Сибирь Энергосервиса. Я думаю, что нереально. Хотя Чуриков бьет здорово. Нет, Абдулаев на мяче. Иванека. Пустые ворота и нет. Еще одна штанга до конца матча. Поздравляем Атлетик Бочкари с отличной победой. Отыграться с 4-1. Не просто спасти матч, а еще и выиграть.